ты выполняешь большие условия, например, ты выбрал первое условие, выпало, вот, кладешь кубик, ну, там... кидаешь дальше. Там такая фишка, там ты такая... табличку по кубикам на кубиках. Сейчас попробую. Иду сюда. Ага. Кидаешь все, правильно? Да. Выбираешь, какое условие ты будешь выполнять? Не-не, ты кидаешь и смотришь, куда подходит. А, ну, там, мне что больше нравится. Так, ну я так полагаю, начать. Свиток. Имеет смысл со свитком. Да. Да. Ну, если у тебя нет там двух человек. Успех, да. Давай следуй. Кидай все кубики. Да. А это значит что-то? Или только. Только если написано ужас там на карте. Угу. Ну и только и если не успех. А, то есть, если есть успех, то все в порядке. Да, то все в порядке. Так, вот свиток. Нет, свиток нужен, уже есть. А вот черепок нужен. Ну, нужно два. Лучше я не могу сразу заполнить черепок. Нет. Ты можешь заполнить улики. Ну, там просто получается слишком много. Ну, хотя ты можешь, да. Давай это сделаем. Ты можешь заполнить вот так вот их улики, тогда ты кидаешь два кубика, но тебе надо выкинуть два черепа. Смысла нет. Вот, да. Но если ты перекидываешь, ты от одного кубика избавляешься, но в любом случае тебе минимум сюда нужно два кубика на пятерку, потому что там только три. Ты можешь использовать вещи, кинуть сюда этот кубик, ты много луп. Вот я вот об этом подумал почему-то. Воспользоваться фонариком? Ну, можно, да. Отбрасывай один кубик зеленый. Да. А череп можешь ставить на себе, чтобы потом не искать его. Ну да, если типа вдруг выпадет один череп, это потом... А, то есть я его на себя могу поставить? Да. Всё. Один кубик один ты сейчас вопрос, отбрасываешь, да? Потому что перекидываешь. Вот это вот я использую. Да. Все. Вот, нет, не череп, а давай лучше лупы, луп много. А, да. Я не могу заполнить все. Нет, только одну задачу за раз. Вот так вот лучше, потому что это, ну, лучшее, что может быть. А череп тебе нужно из двух один выкинуть. Именно выкинуть? Да, потому это что, ну... Это закопить не могу никуда? Нет. Нет. Вот, все. Ты победил. Ты получаешь уникальную вещь, обычную вещь и улику. Так, это идет. Вот, все твое. Вот бой. Так, хорошо, тогда риторический вопрос. А есть ли смысл, то есть, что более важно, вот улики это... или предметы? Улики для переброса, их нет смысла копить. А вещи это для красивые кубика. Надписи почитаю. Ненавижу этот зал, мне нужны напоминания о смерти. Динамия. Я так знаю, что моя гибель неизбежна. Ой, ничего себе, куда ты приперся. Да. Ну, это красный кубик, на нем просто есть джокер, который за все играет. Понятно. Грань, которая для чего угодно. Так, теперь мой ход. Да. Я типа выполнил какую-то миссию. Так, я должен был на 3, и теперь миссия должен был на 4. Говоришь, лучше всего закрыть вот это вот. Было бы хорошо. Ну, пока нету других миров, поэтому, как бы... Ну, попробуй. Не страшно. Почему бы не попробовать? Короче, есть ограничения на количество предметов? Нету никаких. Так. Я просто параллельно хочу еще въехать в правила. Ну, правила тут простые. Понимаешь? Тут очень классно играть за этого. Мне очень за Декстера. Потому что он собирает спел, просто он тянет дополнительный спел, а спелов эти кубики запоминают. Чуть не повезло. Если я проиграю, то нету. Если ужас, то я получу. Если ты проиграешь, ты получишь по мозгам. Если совсем проиграю. А, ну если совсем, да. Ужаса так, нету. Хорошо, тогда еще. Тебе нужен два свитка? Подожди, что на то выпадает? Свиток. Все, там есть джокер. Джокер, хорошо, использую короля в желтом. Я хочу это выкинуть. Успех. Ну продолжай еще. Да. Он теперь у тебя до конца. А, то есть он не встается, это не на один бросок, да? Не на один бросок. Угу. Супер вообще. Кладу на себя. Ну зачем я фонарь просрал? Надо было переброс использовать. Вы меня подставили. Какая удача. Все, я победил. Веселье, если хозяин с тобой. Да. Я победил. Так, идешь сюда, два заклинания, и у нас открывается врата в иной мир. Да. Это тоже такая же локация приключения, по сути. Он дополнительный просто. А там, да. Чтобы он красиво написано. Да. Моя кожа зажглась белым светом, таким ярким, что мне пришлось зажмуриться. Пол ушел из-под ног, началось бесконечное падение. Угу. Ясненько. Так, а я теперь, да? Да. Я уже облюбовала себе пруд с карпами, я пойду на них любоваться. Золотистая чешуя едва виднелась в мутной воде. Потом я разглядела, как в глубине движутся более крупные фигуры. Я пошла ловить рыбу. Там ужас отступиться от приключения. То есть, если не выполнишь, и у тебя ужас... Тогда ты не можешь перекидывать кубики, ты отсюда ухожу. Сразу фейл идет, и получаешь по мозгам. Тогда фейл остаешься на месте, если ты провалилась. Ты остаешься в комнате. Ладно, сейчас походу разберемся.
пока до конца не поняла, поэтому... Все просто, нужно сначала... Поэтому я просто подловить рыбу, да. Так, у тебя есть ужас. Хорошо, давай... Вот ужас, давай сюда. А, ну да. И черепок на себя сохрани. Ага. А, на себя в смысле? Ага. А вот эта карточка тоже что-то может сохранить? Да, и можно на заклинание, да. Все. Зачем тебе еще один? А, вот да. Еще один. Карточка потом сбросится. А, вот так, вот. Да. Отбросить. А, не надо сейчас отбрасывать, потому что но успех потом. Был, да. Да. Ну все, ты готова. Череп и. Череп и гвоздь. Ты получаешь знак древних. Заклинание сбрасывается. А, оно одноразовое, да? Все понятно. Что сделал со знаком древних? Он просто у нас собирается. Вот. Так, нам вот. Нужно 14 набрать. Улику. А что за это? Сколько их надо? 14. Знаков древних? Да. А вот это что за... Это улика? Да. Это быстрая игра. А вот это что за крокозябра? Да. Появляется монстр. А. Ты выполнила... Предупреждать надо. Хотя, ладно, можно так. И не предупреждать. Держи, это тоже тебе? Ага. Так, что там все, да, и монстр появляется, значит. Ну, ход игры быстрый, я не понял. Вышла. Появляется культист. Культист, например, идет сюда. И он просто как-то... Важно, куда он идет? Ну, он идет сначала, они идут на вот эти... На беленькие, а потом куда угодно. А вот это что на нем значит? Это значит либо череп, либо... Это с ним драться, если, да? Да. Все понятно. Хорошо. Так, и... 12. 12 часов, и идет... Карта мифа. А, и с наступлением следующей полуночи появляется еще два монстра. Во-первых. Да, это уже следующая полночь? Да. А что так быстро? Ну, потому что каждый игрок двигает на четверть. Все понятно. Так. А почему эти не на белом появляются? Они на белом, видишь, обрамление. А. Маска. Маньяк. То есть они появляются вместо лупа, как бы, ну, в смысле? Нет, вместо белого обрамления. Вместо... Там бывает еще не полностью, он закрыт, может быть, частично. Так, звезды выстраиваются, добавьте жетон на трек без исходности. Сегодня сыщики не могут использовать заклинания и уникальные вещи. Раньше, может, появиться за тот раз, что? Там не монстр, да? Уникальные это вот красненькие эти, да? Да. Все. А, уникальные это с кинжалом? Что делать? А ты там сейчас, да? Да, я там сейчас. Но я могу спокойно уйти, тут нету такого. Его, конечно, продолжить кидать, но там ужасы тут. Ну ладно, я использую тумиганы. Погнали. Та-та-та-та-та-та-та! Не правильно? Да. То есть тебе надо выполнить и это, и это. Да, естественно. Ну, если я выполняю монстра, а то не выполняю монстр, идет мне в этот. В руку. Сразу в руку. А улики на что идут? На перегруз кубиков. На сколько хочешь кубиков. Хорошо. Пойду, что ли, с крысами потом сражаться. Нет, с животные интересуют. То рыбы, то крысы. Так, свиток или череп? Череп есть. Череп сохрани на себя, наверное. Свиток, череп. Ну, свиток я сюда. Череп положи на себя. Череп положи на себя. И все. А фокусироваться можно. Ладно. По-моему, можно только неудачно. А так заклинание нельзя. Разве? Что да за не он читал, что нельзя использовать. Заклинание нельзя. Вот здесь нельзя. Ну, так нельзя сейчас все, использовать заклинание. Черепка нет. Да. А почему две, а не три? Что? Почему две, а не три? Ну, ты отбросил. Ну, да. Отбрасывай еще. Отбрасывай еще немножко. О, череп и... Все есть. И три, есть, да. Все готово, забирай свое заклинание. Не думаю, что убит, от того да? Монстр идет мне в трофей. Подчинение монстру. Круто. Хорошо. Когда их можно будет использовать. Так, и не спать. В полночь каждый сыщик теряет один рассудок. Надо как бы от этого избавиться. А как? Убрать сколько ужаса. Давай. Так, и это я сбрасываю. А если у меня объективные шансы что-то сделать с тремя ужасами? У меня, в принципе, есть динамит и книга Дзяна. Ну, книгу нельзя использовать сейчас. А, динамит можно? Да. А трофеи что-нибудь дают? Да, за трофеи вот тут можно покупать вещи. Это сложная штука, да?
Ну, ужасы, там только один ужас на каждом кубике. Но на красном его, по сути, два, потому что есть еще Джокер. Угу. Джокер, а нет, там нету ужаса. Потому что ужас это обычно плохо. Да. Китай. Я, наверное, пойду сюда. Раз это надо убирать. Так, тебя нет уже тут. Так да, я положил, поставил. Он знал, что я сюда пойду. И там еще знак древних, поэтому это уже хорошо. Так, я, значит, использую динамит, наверное, сразу, не даю себе голову. Так, один ужас есть. Успех, все. Один есть. Кидайте. А, это замечательно, то есть это можно не брить себе голову, да. Так это можно было и динамит, кстати, не использовать, насколько я понимаю. Ну, в принципе. Ну, больше кубиков. Джокер о, и ужас. О, класс, два ужаса и Джокер. А я могу запомнить Джокер? Нет, запоминается только... Ну, на запоминание можно долгосрочно. Это себе. Это тоже. Хотя давай это сюда будем складывать. Да. Знаки древних. Что он там еще получил? Улика. Улика, заклинание и знак древних. То есть знак древних уже готов. На, твой. Кто так, это? Кабинет администрации. Так, теперь мой ход. На... Оно позволяет запоминать любую, да? Любой кубик. Угу. А я пойду... Куда я хочу пойти? Пойду-ка я не знаю, куда пойти. Тут 9 вообще нужно выкинуть. 14. Сходи сюда. Их не возьмешь, откуда их взять тут? Ну, надо по очереди. Так они часто вам попадаются. Вон он потом насобирал этих на десятку и прошел, продал. И тут по очереди, да? Тут нет, видишь стрелочка, она говорит, что она по очереди. А, тут стрелочка, я просто все поняла. Два. А, ну используем как три. Тройку. Теперь следующую сторону. Еще три. Точнее, теперь-то три. Да. Два. Ну да, два. Уж. Ну придется. Да. Либо ты можешь. А, я сохраню ужас себе. Почему бы нет? А, да. И два. Два кубика по-любому, ну, все равно теряешь кубик, если будешь перебрасывать. Ну да. Нет, успех. Класс. Так я получу. Так, знак древних получаю. Так, это мое. Улику. И простую вещь. Ох, отлично. Старый дневник. И все, то есть это уже да. 12. Угу. Нет, еще Оля ходит. Сейчас вот Оля ходит и будет 12. А что, надо было что-то сбросить? Нет, это уже сбросили. Ходишь. Я пойду с грызунами сражаться. Рыб я уже ловила. Пойдем по зверушкам. Давай. Так, ну троечку. Три. Угу. Вот. А, можно три череп. Три череп можно, да? Да, это куда лучше. Угу. То есть не обязательно. Ну, если нет стрелки, тогда... Оу, oh, е. Yeah. Вот тебе просто. А, я, кстати, вещь. Даже могла его сохранить, у меня в прошлый раз был, да, наверное? Ну, на да. себя. Угу, так, это твое. И вот тебе еще улик. Ага. Знаки древних можно покупать за 10 трофеев. Так, а знаки древних что дают? Надо их собирать, чтобы победить. Все, нам их нужно еще 11. Так, добавьте один жеток на трек безысходности, если здоровье хотя бы одного сыщика меньше двух. Но этого нет. Продолжительного эффекта нет. Так. А, виски, понятно. Новый а ход. Это в любой момент или как это просто плюс улика? Когда кидаешь. А, когда кидаю. Ну ты можешь выбрать, когда использовать. А, все, то есть. Ну куда пойдешь? Надо мне надо сбросить какого-нибудь мощного монстра. Ну вот сходи ты. Вот Мего. Ну, Мего не мощный, но. Может дает тоже вещь. Помню. Но просто ну, короче, он вещь дает, и тут вещи, и вообще все отлично. Давай, то есть монстр закрывает вот этот ребенок. Да, да. Ставит новые условия. Так. Ну, начнем. После броска. Ужас. Не очень. Так, тебе нужен лупа и череп. Две лупы и череп. Нет, мне нужен свиток. А монстр? Нафиг монстр. Бля, с монстром я справлюсь без этого всего. Да. Свиток, и я после броска использую карту, и я его приручаю.
Чтобы победить одного монстра. И вместо него я беру уникальную вещь. Да. И ты закрыл комнату, выходит. И улика, и уникальная вещь. Знаете, уникальная вещь и улику держи. Новая комната. Часы. Пробери три. Так, что-нибудь важное закрывать. Ну, то есть собирать, вот, собирать вот, эти, вот, да? Вот такие, да, интересные вот комнаты, вот. Успешно выпалены. Надо их закрыть срочно. Закроем, получим вкусняшек. Ну, они могут не успеть закрыться, да? В смысле? Да, да. Да. Монстр могут переплыть или еще кто-нибудь. Меня уже смущает 8 улик. Ну да. Да, вот они сложные. А вот вообще 9. И ради улик самих. У тебя смотри, сколько улик самого в руках. Используй. Ну, дофига. У тебя еще есть красный кубик. Да. И еще а вот эти улики считаться. Эти улики? Я хочу попробовать ее закрыть. Хорошо, я тебе. Она мне нравится больше, чем вот эта. А мне наоборот это, кстати, понравилось. Она на нее даже до разговора не доцелилась. Я вижу. А вот за эти улики тоже можно использовать сюда? Сразу использую. Да, естественно, потому что. Это более. Сразу же ты кидаешь, у тебя. Рационально. Так, что у нас есть? Нужен 2 черепа, например. Сохранить, сбрось кубик, кидай. Я могу взять череп на себя, наложить, сбросить один кубик и кидать снова. Ну, типа, ты не выполняешь условия пока. Ну ладно. Можно взять череп на себя, тройку луп на заклинание. Да, можешь. Давай тройку луп на заклинание. Ну, это максимальный луп, который может выпасть, а их нужно 8. Вот так. Один я один отложил, да? Не, подожди. Нет. А сейчас можно уликами перебрасывать. Все кубики? Которые ты хочешь. Любые кубики. Все, понятно. То есть трачу улику. Больше кубиков, больше шансов. Да, я понял. Я просто думал, что одна улика, один кубик. Не, сколько кубиков? О, Джокер. А Джокер, это значит, может быть, 4 улики, например. Ну, этого мало. У тебя есть 2 черепа. Ну, есть 2 черепа. И типа вот эта задача выполнена. Теперь кидай снова 3 кубика. А вот жалко, что Джокера нельзя. А, и вот тебе еще кубик. Ты на себя уложил, зачем он тебе теперь? Или нет? Или так не работает? Не, ну можно. Можно его вот так вот. Ну, типа, понятно. И это значит, что либо один убрать. Не надо убирать, потому что был успех. А. Все, просто кидай. Теперь... А я теперь Джокера могу на себя положить. Нет, только один раз можно запомнить. Так, сука. Одной не хватает. Да, опять одной не хватает. Все. А я переброшу. Да. Не все. Поставь. Там эти три, сука. Ты можешь тройку оставить? А где я ее могу оставить? Ну, просто. Ты за улику можешь перебрасывать. Любое количество кубиков перебрасывать. А, то есть... Любое. Оно даже вот просто, то есть, но не... На выбор, какие хочешь, такие перебрасываешь. Это ломает мой мозг. Да. Да. О, вот, все. Теперь ты выиграл. Получи 20 знака древних. И просри все. Да, это нормально. Так и делается. Вот тебе. Смотри, тебе скоро будет 10, купишь себе еще знак времени. Ну это простая игра. Если какого-нибудь говна не выступает, так это сбрасывается, да. И такое ощущение, что он сбрасывает это к себе. Нет, у меня накопилось. А что это за значок? Это врата открываются. Так, ладно. Мне понравилось вот это. А, ты сначала. А что во врата, кстати? В них просто можно пойти или что? Да, это просто так же, как и... Ну, что сложнее просто. Гораздо сложнее. Я бы не сказал. Ну да, не знаю. Ну ладно, пойду во врата. Угу. Почему бы нет? Будем рисковать. Я использую старый дневник, чтобы не был кубик. Так. Ужас, свиток. У меня есть свиток, но нет ужасов. Оставлю. Использую улику. Вот что я сделаю. Да, переброси все. Не все. Я оставлю светочек. Дай же лучше это, чтобы не разбрасывать. Ты неправильно это делаешь. Ужаса нету все равно. Свиток. Свиток и чья. Свиток и ужасный. Вот так вот. Перебрасывай. Ну, надо кучу ужасов выкинуть, конечно. Это не очень легко.
Ты не умеешь кидать, он ужас. У меня успех. Свиток. Кидай вот это так. Это не дварф, это кто это там, как его звать? Археолог. Археолог, да. Археолог, который не играет в кости. И... Понимаешь, смысл в стакане, если ты все равно разбрасываешь да. кубики по столу. Неважно, я кидаю как хочу, просто так удобней. Ну так удобнее трясти, я поняла. И веришь, все равно проиграл? Вообще никак, все, это поражение, минус 2 здоровья. Я остаюсь там, в итоге. Проще, проще. И ты заклинание потратил. И заклинание, и вещь. Идите ко мне, закрывайте дверь. Другой мир. В смысле? Ну, типа, ты можешь прийти ко мне и ложить кубики на меня, если что-то нужно. А, да? Да. Может, ну, а тут будет. Тоже два здоровья. Смотри, у тебя тоже есть желтый кубик. Есть, а что? Ну, мне там придется оставаться просто. А, тебе не можешь оттуда уйти? Я могу оттуда уйти ведь. Фокусировать? Нет. Может, я проиграл? Ну, потом в твоем ходу ты можешь уйти. А. Фокусировать можно только после неудачного образца. А, окей. Кстати. Ну, ладно. Ну, не знаю, я хотела сюда. Я, видимо, в погоне за крысами, на которых я охотился. Угу. Он охотился, я полезла. Так, вот. А вот расскажите мне сразу про то, что у меня есть. То есть это все после броска. Когда подстигар используется? Например? Сейчас, даже кубики собираешься. И что тогда? У тебя будет дополнительный кубик. А. Желтый лучше. Да? Да. Ну, то есть я его использовала, да? Да. По-моему, красный лучше, нет? Куда? Желтый лучше зеленый. Ну, мне нужно Мне нужно вот из этого же. Какую ручку? Красную? Нет, тебе вначале надо троечку. Давай. Ну, понятно. Давай, дерзай. Так, у меня после броска я могу еще что-то там. Ну да, мне нужна троечка. Не там упала. А можно их два? Да. Ну, ты можешь их просуммировать просто, тогда хуже. Потому что ты два кубика. Ну, иначе я неудача, я все равно его теряю. Да, ты все равно теряешь кубик, поэтому. Так что лучше пусть будет удача. Ты можешь... А, нет. Может быть, лучше черепушку и... Черепушку я могу отложить, ты да? Ты можешь спустя две улики, используй улику, оставь черепушку, свиток. Подожди, а как... Не-не, ты фокусироваться можешь только, если это будет неудачно. Вот, если это неудачно, ты отбрасываешь... Используешь улику и перебрасываешь вот эти вот кубики. Еще раз. Не, все тогда уж перебрасываются. Да, 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 все перебрасывают. Тебе что нужно в определенном порядке. Подожди, так а в чем проблема там их оставить? Нет? Тебе может быть больше кубиков, например. Ну, смотри, тебе тут нужно... Если по минимуму, то раз, два, три, четыре. Ну, если четыре из раз, два, три, шесть из семи. Если сюда потратишь два, то у тебя меньше шансов останется. Ну, да, но с другой стороны тоже неизвестно, что будет. Да, улики тратить тут они не так важны. Да. Они созданы для того, чтобы их тратить. Не, просто не верю, что стоит перебрасывать. Ну ладно, улики допустим. Не собирать. Может будет еще хуже. Ну ладно. А я говорила. Есть вот четверка желтая. А, это четверка. Ну хорошо. Ну вот кидай снова. Теперь кидаю все, да? Да. Просто у меня еще тут как бы всякие есть. Это могу выставить, это могу выставить. Да, поэтому да, я бы не парилась с уликом. Но ладно. Мне нужен череп и троечка. Есть. Вот. Все, мне нужен свиток, а свиток, если что, я себе сделаю. По самым последним кубикам. Он так выпал. Вот еще два знака древних. У нас уже 7 знаков. Половина есть. Так, это я беру себе. Потайной ход. Интересно, что здесь было раньше. Вот уже 12. Уже перевели стрелки. Добавьте один жетон на трек безысходности, если ни у кого из сыщиков нет ни одного заклинания. У нас такой херни нету. Сегодня все карты приключения обладают следующим эффектом. Ужаса. Заменяющим другие эффекты ужаса. Сбросьте все кубики, на которых выпал ужас. Ага. Все карты. Так, куда я пойду? Ну тут вот он, адская хрень. Так. О, неприятная штука, согласен. Где? Вот тут вот. Должен потерять здоровье, выкинуть череп. А, то есть. Так а почему, в смысле? Ну такая штука. Ну, чтобы выполнить задачу, надо потерять здоровье. Ну понятно, можно что-то хилиться. А если у кого-то здоровья много? Харви Уолтерсом туда не очень строечка здоровья. Ну, у меня 5 здоровья сейчас. Он же Даймон D6. А у кто, у кого? Именно потому, что я не хожу на такие тупорылые миссии, у меня 6 здоровья. Нет, 6 здоровья изначально. А не потому, что... Ладно. Именно потому, что я не хожу на такие дурацкие миссии. Так я не хожу, у меня здоровье 3. А у меня 6. У тебя есть кубик еще, кстати? У тебя куча кубиков?
Я могу сбросить рубин Эрльеха. Давай. Подожди. А нет, карту заклинания или простой вещи. Перед шагом приключения я могу сбросить карту заклинания. Это же говно, вы меня раскрутили на лишнюю улику. Желтый и красный. Верните мне одну улику. Иди добудь ее сам. Нет, верните. Или сходи сюда, вот вы. Я за один, за одну улику получал два этих самых, как будто две улики тратил. А, знаете улику. Предатель. Так, я сбрасываю улику. Не обманывайте. И получаю желтый и красный кубик себе в этот. В пул. Ну, у меня такая способность. Mm-hmm. Так. У меня еще есть проклятие Азатота. Ты желтый кубик должен кидать? Да. Ух ты какой. Ну, потому что у меня способность. Я сбрасываю улику перед приключением, ага. И могу все кубики кинуть. А, у тебя есть Джокер. У тебя есть успех один потенциально. Mm-hmm. Ну, выбирай сам. Ужас, ты все равно не выкинул. А, да, точно. Ты что, твой успех? Ну... Из Джокера и из одного черепа. Я-то могу запомнить, например, Джокер. С черепом. Ну, давай, и скинь один кубик, и... Окей. В принципе. Дай сюда рубин. Ты его не скинул. Мне не надо его скидывать, лошара-то. Почему? Я улику скинул, у меня постоянно способность. Хорошо. Способность. Я скидываю улику, и у меня все эти... Все кубики будут. Ты окей. Про рубин Леха сам сказал. Нет, я сначала хотел его скинуть, но уникальные вещи я не могу скинуть. Не-не-не-не. Нет смысла его скидывать мне. Жулик. Как дела? Сучка. How are you? Сраный ужас, да? Ну да. Его тяжело выкинуть. Ну просто один. Так и череп тоже один, по-моему, нет? Да, тоже один. Черепа выпадают почему-то чаще. Взвешенные кубики? Видишь, ни одного ужаса. Может, ты используешь как успех это? Добро пожаловать в ад. Ну там мне нужно два ужаса будет выкинуть. Хотя какая разница? У тебя нет выбора, ты хочешь потерять еще один кубик и себе. Он проваливает миссии. Да. Он работает на древнем. Сдавай уже Джокера, что ты мутишь? У тебя есть череп, у тебя есть 3 кубиков, 2 ужаса. Из 3 кубиков 2 ужаса. Если ты еще потеряешь кубик, ты будешь. Ладно. Точно такие же будут. Вот у тебя еще есть шанс, видишь? Спасибо, у меня есть шанс. Да. Да. Нет, вот этот брошу, потому что на нем нет ужаса. А, то есть ты со всех шансов нашел, окей. Вот, оставайтесь, мальчик, с нами, будете скрывать. Вы там в банке застряли? Да. Не, куда ты убираешь? Череп на нем остался. Окей. У кого-то один хит. А потом вы можете, в смысле, сами опять это... Что-то там делать? Видишь? Вы просто там зависли. Не получилось. Не, можете уйти, можно оттуда. Не фартануло. Надо справиться с этим. Один. Получим его улики. Давай, ведь это... А что-то надо закрывать или не надо? Да что ты? Да ничего улик. Особого сейчас такого опасного нету. А, я хотела, наверное, на остатки жильца посмотреть. Ну, можно сувенирную либо лавку. Либо сюда, либо сюда, либо сюда. Я хочу, чтобы ты потерял здоровье. Окей, пойду. Нет, там две вещи. Уникальные вещи. Уникальные? А, ну тогда я пойду, конечно же, туда. Да, да, я пойду умирать. Да, вот. А ему кубик нужен? Так он потом может его взять, если захочет. Окей. Череп. Ну, то есть заклинания можно брать... Когда хоть чужие, да? Да, чужие. А, так у тебя уже есть один успех. Ну, типа да, например. Ну, он тебе там, наверное, тоже понадобится. Ну, может понадобиться. Да, я же там следующий буду ходить. Но я же должен его бросать. Чекать в комнату. У меня кубик должен быть мой, или его нету? Нет, он вот тут запомнен. Уже значение. Он не может взять кубик? Этот нельзя взять. Он как бы уже брошен. Этот как бы уже брошен на череп. То есть ты можешь его взять и поставить туда. Говно какое-то странное. У тебя есть череп, и терять на здоровье. Где твои хиты? Ты же хитов не набрал. А ты мне единичку просто положи, что я урон получил, и все. Окей. Дуйте, я говорю. Я, в принципе, могу твои воспользоваться, но не знаю, надо ли это делать. Да? Ну смотри, вот если не останется, то там можно воспользоваться. Все, ты победил. Теряй еще один. Давай еще один. Получили дело. От кого-то от пожара? Вещи от пожара спас. Вот смотри, ты получил лампу. Не груби мне. И...